Приветик! И снова с вами я, Игорь Кавейпер, и у нас сегодня будет такой обзор-распаковочка на посылку. Значит, ждал я не одну посылку, и вот получил вот такую. Я, конечно, догадываюсь, что это. Ну, в принципе, чтобы нам понять, что там находится, давайте мы сейчас опустимся вниз на столик, и там ее откроем, распакуем. Вниз. Ну что, вот и опустились мы на столик. Что, будем ее распаковывать? Просто мне самому, честно говоря, интересно, что там такое. Я же говорю, я догадываюсь, что. Ну, посмотрим. Приподнял немножечко. Ножки. Ага, вот оно что. Аугвей бак Мерлин МТЛ. Так, ага, я понял. Это бачок, ребят, он может быть и на сигаретной затяжкой, а может быть и со свободной. Вот, давайте сейчас его откроем, глянем. Так, вот смотрите, видите, такая у нас коробочка. У нас сегодня такой чисто распаковочный обзорчик будет, поэтому, если что, без обид. Ага. Вот такой вот бак. Смотрите, он маленький, он реально маленький, ребят. Я не думал, что он такой махонький. Такой вот у нас, так сказать, бачок. Кстати, говорят, очень хороший бак. Вот это производитель прислал, мне даже интересно. Ага, вот еще допчики. Интересно глянуть. Ага, вот все, я понял. Так. Ну, одним словом, вот такой вот у нас бак. Вот такая у нас посылочка пришла интересная. Будем уже следующий обзор делать, он будет у нас, так сказать, называться обзор запуск. Блин, что-то так. Ну, давайте все уберем наш бачок. Ага, еще и запасное стеклышко есть. Видите, прикольно. Ну да, прикольно. Бак, конечно, хороший. Ничего не скажешь. Класс. Вот, ну что, давайте поднимемся наверх. И там еще что-то скажем. Так, ну что, вот в принципе мы провели такой обзорчик, распаковка маленький. Знаете, вот такой вот бак. У меня он в стальном цвете. У нас будет, как мы его запускаем, следующий обзор будет называться обзор запуск. Ну, может быть. Вот, так что следите за моими следующими обзорами. Бак интересный. Опять же, повторяюсь, он может быть и в свободной затяжке, и в сигаретной. С вами был Игорь Кавейпер. Смотрите мои следующие обзоры. Пока-пока.